друзья, мы сердечно поздравляем вас с этим светлым праздником Хануки. Темные, черные ночи, вечера, и человеку просто необходим свет. И не случайно этот праздник именно в эти дни, когда каждый вечер добавляется по одной свечке. Думаю, вы прекрасно знаете историю Хануки уже, и что мы вспоминаем в эти дни. Господь сотворил чудо, и масла хватило на все 8 дней в миноре, храмовой, точнее, миноре. И свет мы зажигаем каждый вечер по одной свечке, добавляем. И к концу разгорается огонь. 8 свечей и плюс 9-я слуга. Кстати, мне очень нравится вот эта идея. Свечка-слуга, знаешь, которая посерединке или в стороне видишь. Которая раздает свет. Да, это слуга. Это та свеча, от которой мы зажигаем каждую свечу. Мы каждый вечер добавляем. И это прообраз нашего Мессии, нашего Господа Иешуа, Иисуса, который пришел, чтобы стать свечой и зажечь каждого из нас. И пусть в ваших домах сегодня ожидает не Санта-Клауса с подарками, с эльфами и оленями, а пусть мы все ожидаем и получаем свет от Господа в эти прекрасные дни. Пусть Он зажжет наши сердца Потому светом. Потому что Господь есть наш свет. Я ничего не боюсь.
еще, что свет, он подобен любви, потому что света не бывает без любви, и любви не бывает без света. Поэтому давайте в эти прекрасные дни этого прекрасного праздника света будем любить, прощать друг друга. Любите друг друга, любовь жива, она в нашем сердце вначале была.
моя Господа. Праздник Хануки принято дарить подарки. Желать только самого лучшего, прекрасного. Мы желаем вам, друзья, мира, радости, здоровья. Пусть в ваших домах происходят чудеса Божьи. Пусть придет чудо от Бога для вас, для всех, кому оно необходимо сегодня. А я думаю, оно нам сегодня необходимо всем. И жить становится все интереснее и интереснее, а с Господом будет еще прекраснее. Пусть свет Божий горит в ваших домах. Будем вспоминать тот большой подарок, который Господь подарил нам, Спасителя мира, который пришел, чтобы спасти, найти нас в этом мире. Мы все такие разные, мы живем в разных уголках планеты, может быть, никогда не видимся и не увидимся на этой земле, но Его любовь и Его благодать, она объединяет нас. Кровь Иисуса Христа делает нас родными. И сегодня хотелось бы передать просто нашу любовь, наше поздравление в каждый дом, в каждый уголок, где празднуют праздник Хануки, праздник света, тепла, добра, любви. Каждый день на устах моих это сладкое имя Иисус. Ханука Самеях!